Завожу. Завожу. Пойди сдавай за мной. Я уже знаю, что мы его застали. Пошли втроем. Пошли втроем. Пулеметчик тоже снимайся, да. Че, можно к вам или? У меня нет морфина. У меня нет морфина. Сейчас подумал. Родись, родись, подними. Родись, родись, подожди, бля. Я попробую бежать. Уже сон тимкиллер. Сервис. Ich hab dich nämlich noch angeguckt. Ja, da ist trotzdem noch einer direkt daneben und hat mich gleich wieder umgelegt. Слева танк. Инфантерия. Слышу, слышу. Нам не надо. Идем на него. Я за тобой. Нет, валим в дом. Окей, boys, let's get to the marker and try to stay alive so we can get the rally point over there. Пусть лежат. Там только что проехал мимо нас. Не умри, не умри тут. Выхожу, прикрывай. Yeah, it's already been marked. Он справа, справа. Валим, валим. That's quite friendly, friendly to destroy the tank. Красиво. Он да, своего правда убил. Я yes, танк destroyed. Let's put the rally up. А это что было? Я еще подниму. Это кто-то еще? Или нет? 5 мин. Вражеский танк. Где? Где? На МСП. Закончу. МСП возле фэктори, которая. Да, вот 59 отметка, танк наш подбитый, вот он к нему едет. Он едет к МСП? Отметку правильно поставили, он к отметке едет танка. Какой танк? На чекпоинте вражеские логисты строятся, можно заходить. Какой танк? Не вижу, сейчас посмотрю. Чекпоинт строят, да? Да. Кстати, нехило бы их было там пофигачить. Мы не достанем.
Эрик, заходи к нам, у нас свободно, заходи к нам в склад. Сейчас. Смотрите, сейчас я на том. Угломер 0.49, прицел 11.95, осколочными 10 мин. 0.49, 11.95. Огонь. Очень много водителей. Кто у нас за снайпера? Я бегу к тебе. А, это не наш, да? Я не знаю, там какой-то не наш. Там и вот флаг Алан, стоит на чекпоинте. Алан, короче, вот я стою, танк. Танк застрял. Экипаж выбит. Танк подбитый. То есть не подбитый стоит. Где ты стоишь? Ага. Вот мы с этим, там со снайпером, со снайпером. Он просто застрял. Экипаж, он хотел его перекинуть, его мы сняли. Сейчас я приду, уничтожу. Давай, давай, закончу. Мы охраняем. Где танк? Жека. Где у вас танк? Вот, где Эрик стоит? Он без, он без водителя. Под надписью Вегель. Под надписью Вегель. А вот еще стоит. Озеро вот это, болото, Вегель. Да-да, я вижу. Я с базука туда бегу, он без экипажа, так что занимайтесь. А там еще второй есть. Не знаю, Эрик, это тот же танк, который на 59 ездил? Да, вот он и ехал на 59. Ну тогда это один. Это один-один. Метка красная танка, это один и тот же? Да, это один и тот же. Один и тот же, да, Джек, один и тот же. Понял. Эрик, у тебя патроны есть? Дымовыми. Угломер 0.48, прицел 11.75. 5 мин. 0.48, 11.75. 5 мин, огонь. Алан, ты видишь, как приятно играть? Как? Ну, мне неприятно, допустим. У меня какой-то хрен тут занял второй миномет на флоте. А что там? Я просто не могу понять, почему ты склад не закрыл. Чего, почему? Склад не закрыл, когда вы зашли на миномет. Эрик, танк стоит там, нет еще? Все, снесли там. А они не хотят выходить, я их просил. А, Жека, на мне 3-4 пехотинца, возможно, здесь тоже ралик. Я на севере от точки. Сейчас. Я пока не буду выдавать себя, поищу ралик. Они, Игорь, они как раз оттуда стреляют с этого дома. А. Да, я слышу. Мерик, can you hear me? ER David, please stop or need take rally. Oh, nice. Okay, good rally. Игорь, тоже подожди там. Да-да-да, я ищу ралик. Откинем наш ралик, потом пойдешь. Окей. Okay. Не гивап, я сейчас подниму. Беги к этому из ER 9, который там через дорогу. Мне к тебе бежать, да? Да-да-да, давай, быстро. Не нашел я здесь ралика. Ну, он там был, по крайней мере. Может, здесь лифт. Сейчас, сейчас подниму. Эрик, к которой вы идете, прям пшеница лежит. Да-да-да, он тут, блин. На метке атаки. Гранаты бросайте его туда, где-то, где он стрелял. Окей, сейчас, сейчас подлечу. Эрик, я в себя гранату кинул, уходи! Ай-яй-яй. А, ты куда едешь? Да там забор не объехать. Не хочу близко к речке, чтоб не палиться. We need found enemy rally or enemy MSP, guys. Вижу MSP вражескую. Copy. Прям передо мной, бегу к ней. Сапор не дестроит МСП. Да, здесь. Вот они ресуются. М,
Торос, где-то на том берегу там есть танк или что-то. Блокирую, блокирую. На знаке вопроса, возможно. Саппер, мид и саппер. Да не стреляй по ним. Самый... Есть вообще жалко, там жалко, конечно. Там с той стороны живое. Сейчас жди, Арик, пока седьмой подойдет. Да, хорошо, хорошо. Он залез. Игорь, тебе там пушку нужно воткнуть и... О, привет. Сейчас, смотрю, где тут пушку поставить обзор, чтобы был нормальный. МСП, пацаны, МСП. Склад 7, фискан. Бомб. Отлично. МСП, ты что? Построй, да? Не хочешь? Давай. Дари, попробуй как можно ближе к бункеру туда подойти. Там, возможно, ралик может стоять. Попробуем. Уничтожил.